Ксюш, ты... Ты будешь мыть или баловаться? Давайте кушать. Ты что будешь? Я кашу дашь. Это кто, панда или мишка? Ой, что мама. Мы наделали? Мама, что папа потом скажет? Маргарита, вон вся розовая. Нет. Ты хомячка выгуливаешь? Ма, это иди, не... Господи. А, это не паук. Привет. А? Смотри, там она мурашек сейчас поймает. Не надо. Всем привет, ребят. Там паук, там привет. Мурашка. Приветики. Вот какая-то. Выгуливаем хомячка. Да? Да. У нас так тепло сегодня. На травку можно? На травку? Ну попробуй. Первый раз она на травке вообще. Мама, это паук. Кики, не нравится тебе? Выгуливать ее, да, теперь надо? Так смотри, чтобы не убежала она. Сегодня очень тепло. Мы даже открываем везде окна. Градусов, наверное, 17-18. Теперь нам будет мыться. Да, конечно. Давай. Я тут посуду разбираю. Сейчас будем завтракать. Мама, давай поменять Кику сегодня. Поменяю. Папа у нас уехал. С Бонни. Ой, ты сама сделала? Да. Да ладно. Сама сделала хвостики? Как красиво. Молодец. Смотри, как она прическу себе сделала. Ого! Как это? Как? Не знаю. Как она научилась завязывать? Не знаю, так вот сделала сама. Молодец, очень красиво, умничка. Видишь, сама уже причесываешься. Да, ты прям в таком платьишке летнем. Лето у нас. Давайте постельку заправляем. Да, у нас лето. Давай окошко тебе тоже откроем. Пусть проветрится немножко. Вот так. Бонни поехала с папой к ветеринару. Да, там нужно ей. Ты хочешь тоже летнюю одежду надеть? Да. А у тебя там нет, что ли? Эти шортики. Нет, у Маргариты там есть на кафе. Надень. Это книжки. Это мои. Это ну все. Да, тут горячо? Угу. Да нет, нормально. А, вот тут горячее, окошко горячее. Нормально. Как хорошо, солнышко. Или солнышко. Босиком. Где босиком? Дома? Да. Ну, ходи босиком. На улице. Постельку заправляй давай. Да, сейчас заправлю. Каролина, не ходи там. Не ходи там, Каролина, говорит. Не ходи там. Не ходи там. Почему ей нельзя ходить потому там? Потому что, ну, может, там паук. Нет. Паучок тебя не тронет, паучок тебя боится. Все, побежала. Так хорошо прям на солнышке. Долго мы ждали солнышко. Нашла? Что ты ищешь? Летние вещи, у меня только вот это. Летние вещи я убрала, по-моему, в чемодан какой-то, да. А это уже те, которые остались здесь. Ну, возьми у Маргариты какие-нибудь, да. Ничего страшного. Может быть, хочешь маму платье одеть? Платьюшко? Но... А это? Мам? Я платьюшко хотела надеть. Чего? Да, вот это один Каролина может одеть. Так ты уже в платье, Каролин? Да. О, ну сейчас начнете переодеваться. Это кто? Это что такое? И зачем это? Не знаю. Просто узоры? Да. Ну теперь раскрась. Да, вот сейчас я раскрашу. Хреночка, они тебе большие, понимаешь? Ты не сможешь на них кататься. Она пытается покататься на вот этих хилисах, но они ей большие. Где-то были еще одни, Ксюнь. Еще поменьше были, не знаешь где? Ксюш? Ты переоделась? Да. Давай, поехали. Ну-ка, заводи мотор. Дрынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Заводи мотор. Это велик, да? Не заводится? Ой, жаль. Жаль, велик не заводится. Ну давай, разгоняйся. Нужно на пяточку вставать, Каролина. В столб не воткнись. По траве не надо. Да, на пяточку надо вставать. Приехал? Давайте кушать. Ты что будешь? Я кашу дашь? Это кто, панда или мишка? Нет, это не панда, это мишка. Покажи. Это
это не каша. Я же достала кашу. Это моя вот каша. Ксения. Я думала, это каша. Это моя каша. Надо трогать. Да, но мне сильно больно. Величко еще мало. Ну, понятное дело, что она большая. Она же для взрослых. Не для детей. Мишка. Мама, я ее выброшу. Мама, на сколько? Выбрасывай она уже. Если она уже высыхает, уже все. Пока. Выкидывай. Макс, слази с этого. Сладко-соленая, да? Угу. Будешь? На, попробуй. Попробуй. Мешай хорошо, а то подгорит. Я мешаю. К сожалению, сегодня мы на карнавал не идем. Сегодня в городе карнавал. Сегодня не получится, потому что папа наш работает в ночь, а карнавал начинается... В обед. Ну да, он, получается, в 2 часа уезжает на работу, а карнавал начинается в 1:30 или в 1:45. Раньше же мы жили в другом городе, и там недалеко, получается, в центре города. А сейчас мы переехали... Макс, лази оттуда. Мы переехали, и все, и теперь только туда нужно на поезде ехать. Угу. Ну а мы... сама я не поеду. С вами на поезде, да, мы не знаем, мы еще не ездили, мы еще не пробовали. Все время на машине, а на поезде я не знаю. Так что в этом году пролетаем. Макс, не трогайте. Без карнавала будем. Мама. Так хотелось. Я мама. Так хотела. Я тоже. Если бы папа не работал, то еще ладно, поехали бы. Это Вагина тарелка? Подогрела? Половинку оставь Маргарите. Вот. Угу. Папа Банюсь. Очень плохо себя вела. Банюсечка. Девочка. А что ты себя плохо вела? Что такое? Что такое? Почему плохо себя вела? Ее тошнило в машине. Идем гулять? Fue a visitar a Nico. La vecina de Nicole. Cagó toda la casa. Con agua. Это из-за стресса, это стресс. Это стресс просто. Это стресс. Давай, повар, готовь. Разбиваем. Только без этого, чтобы туда не упала эта шкурка. Все? Еще одна? Давай. Она кислая. Да, она кислая, она зеленая. Зеленая. Ну нормально, посоли. Вот сюда. Угу. Чуть-чуть, туда чуть-чуть. Туда, тут. Что? Чуть-чуть спаскала. Угу. Чего ты сказала? И спаскала. Ничего страшного. Готова. Не место. Ксюш, ты... Ты будешь мыть или баловаться? Чистим. Отмывается? Угу. Это все в грязи. Тут-то тоже. Везде. Нужно щетку. Куда убрали щетку? Не знаю, это папа куда-то или нет. Щеточкой было бы хорошо. Угу. Раз-раз, и все. Такая грубая, да, щетка? Да. В общем, мы решили, пока солнышко у нас светит, мы решили помыть. Мам, я паук. Паук? У меня всегда какие-то... Только на газон, пожалуйста, не ходите, а то сейчас опять грязь сюда это притащите. Мама, ну паучок, ему не нравится. Паучок, что ему не нравится? Купаться? Пип-пип-пип-пип. Пип-пип-пип-пип-пип. Тебя обрызгать? А летом классно будет брызгаться? Когда жарко. Давай. Нечего тут сорить перчатками. Меня не надо кидать. Мама, кондала. Что ты сделала?
А что, на ту сторону не можешь перепрыгнуть? Ну давай прыгай. А что ты выдернула? Теперь сажай обратно. Давай, давай, вытаскивай. Чуть-чуть осталось. Все? Молодец. Ксюша, сейчас обрызгаешь. Да что там за пикник, устроили, а? Здрасте. Мордасите. Голодные, что ли? Приятного аппетита. Нормально, хорошо. Нам нужно сюда диванчик купить и это столик, да? И туда трамплин. И туда трамплин. Не, ну сюда точно нужно в уголочек сюда диванчик и столик обязательно, чтобы здесь сидеть. Отдыхать. Обедать даже можно здесь, да? С маслом это так вкусно. С вареньем и с маслом? Да. У вас пикник прям. Я тоже хочу. Ну садись. Ну садись, да нет, куда я сяду, тут места нет. Давайте, делайте, мажьте мне тоже. Молочный гриль! Сейчас рыбка пожарится. Я хочу рыбку! Очень вкусная! Ой, запотела камера. Камера запотела. Давайте, садитесь. Мама, что? Я тоже хочу. Сейчас, 5 минуточек, подожди. 5 минуточек. 5 минуточек, пожалуйста. Папа, когда приедет? Папа приедет скоро тоже. Зачем водичка здесь стоит? 5, 10, 15 минут папа приедет. Ну. 5 минут. Где? Не знаю. Либо, либо там, либо там. Я думаю, что там. Потому что там они ремонт делают. Да? Ремонт делают. Вкусно? Или невкусно? Очень. А ты где? Я где? Ты я сейчас, тут. Я здесь. А, ну да. У нас наметилась покрасочка волос, мы будем Ксюшу сейчас красить. Вот эту часть мы будем сейчас обесцвечивать, она будет белая. И потом мы пока не скажем, в какой цвет Ксюша будет краситься. Вот это вот не будем трогать, только вот это. Ну, она такая будет у тебя. Точно? Столько волос? Уверена? Потом плакать не будешь? Пупин! Все, ждем. Сколько минут ждем? У тебя там что? Ой, они уже тепленькие такие. Через пакетик. Ну-ка. Чувствуешь? Угу. Ой, я уже вижу беленькие волосики. Да. Где наша краска-то для волос? А, да, вот она. Зеленая. Ксюша будет зеленая. Ну, он такой какой-то туркис, что ли? Да. Да? Мы красили-то, он был туркис. Да? Да. Это туркис. Туркис? Туркис. Туркис. А это розовый вот такой вот. Пинк. Малиновый. Бальзам для волос. Оттеночный. Так что. Будут девочки цветные. Что вам в школе скажут? А если в школу не пустят? Скажут, ну, значит, будем дома. Ну-ка, идите, смывайте вашу ерунду. Она не смывается. Не смывается? Да. Скажи, она не смывается. Мне придется в школу ходить. Или дома сидеть, да? Смешная. Вот в шапке будешь сидеть. Тебе скажут, все. Надень шапку и убери свои зеленые волосы, да? Что ты в туалете сидишь, кушаешь? Учительница 100% заметит, потому что мы тут. Конечно, заметит. И она у нее сзади. А кто не заметит, если ребенок приходит с зелеными волосами в школу? Все заметят. Угу. Я, между прочим, покрасилась первый раз в лет, по-моему, 14 или 15. Тебе только 9. Мне не разрешали. Да, помнишь, мы в Испании были, красили? В Испании. В Испании тебе было 7 лет. 8.
Да, 7. 7 лет мы обесцветили. Еще дома. Все, снимаем пакет. Осторожно, чтобы на кофту нет. Давай какой-нибудь полотенце. А под ним будет. И представь, сейчас зеленая будешь. Боишься? Yellow. Это желтый какой-то, да? Вот. Такой вот волос. Так вот. Вот Ксюшин волос, это обесцвеченный волос. Ну что, готова? Нет. Зеленый. Не готова. Не готова? Да, готова. Готова? Я готова. Точно? Я готова. Это как каким-то шампунем пахнет. Ну, это такой бальзам. Знаешь, когда мы раньше шампунь в краску наливали? Угу. Что-то ты налила. Так, сколько минут, я не знаю, но, наверное, около часа нужно по-любому ждать, чтобы хорошо. Мам, не тяну. Смотри, какая ты будешь. Так, перчатки. Ксюш, принеси мне новые. Перчатки. Восстание перчатки. О, мой жарбук, да нет, ты что, крылья. Да, мне нравится, но на Ксюше не знаю. Смотри, она прям Билли Айлиш. Ты Билли Айлиш? Ну все, сушить. Что мы наделали? Мама, что папа потом скажет? Папа выгонит нас из дома. Особенно у Ксюши, но это... Обалдеть, ё-моё. Ксюша. Маргарита, вон вся розовая. Нет, давай еще немножечко подождем. Маргарита, спать уже. У тебя точно взялось уже. Закончили покраску? Да. Что вам в школе завтра скажут? Зеленая и розовая. Ладно, мне давайте завтра спать. Утром English. Ксюня, шапку сними. Ты хотя бы спи без нее, пожалуйста. Все, спокойной ночи. Маркуша, нет. Спи, души. Все. Всем пока. 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 Всем спокойной ночи.